Здрасте. Здрасте. Уф. Да. Погода вообще. Согласен. Еще выходил, думал зонтик взять. Ой. И чего? Решил не брать. Решили не брать. Ой. А надо было взять. Надо было взять. Надо было взять. Так. На загородный? Да, да, там. Ага. Вроде уже поменьше стало. Угу. Да. Пристегни. А, пристегнулся. Да, пристегнулся. Питер такой город, что два человека на улице, один в шортах, один в шубе. Оба одеты по погоде. Просто она с утра была для шорт, а вечером для шубы или наоборот. Да, там даже если зонтик взять, иногда ветром его выбьет. В общем. Да, согласен. Здесь такая машина просторная. Да. Красиво, приятно. Спасибо. Как-то это. Чем-то еще, может, занимаетесь помимо такси? На такси-то на такую, наверное, не заработать. Ну, да, заниматься еще чем-то, кроме такси. И не потому, что прям в такси все плохо, а потому что я деньги люблю. А свой бизнес, а такси так, для души? Ну, вообще-то я не таксист. У меня свой бизнес. Ну, я эту шутку, да, слышу каждый день, в общем, но могу так сказать, нет, такси тоже не для души, вот, такси тоже для заработка, поэтому... Нормально выходит? В такси или вообще на круг? Вообще. Вообще на круг выходит, ну, на машину заработал как-то. Как-то удалось, согласен. Слышали же сейчас это... Ну, в связи со всей ситуацией вышел же закон, так скажем, параллельном импорте. Да, конечно. В том числе там есть всякая электроника, вот эти телефоны, айфоны. Да, сейчас все, кто сереньким продавал, ну, когда были всякие серенькие ввозы, теперь они будут легальные ввозы. Ну, а потому что как, надо что-то. Ну, конечно. Заполнять. Если какое-то где-то место освобождается, да, пустота образовывается на ее месте, вакуума не будет, в общем, люди займут места. В общем, это есть история такая. Да. Возить, значит, из Прибалтики, из Эстонии, ага, телефоны, так, айфоны, угу, в контейнерах в Питер. Прям так. Там, если что, на таможне, если что, какие-то это, там подвязки есть, чтобы как-то быстро, без проблем, без простоев. В общем, цена вопроса 1 миллион. Ну, потому что... Рублей или евро? Рублей. 1 миллион рублей. Но потому что там, типа, у них, если от миллиона, то скидки есть на крупные партии. Круто. Соответственно, у меня половина где-то я готов уже вложить в эту тему. Сейчас ищу вот как раз партнера, чтобы начать вот эту вот всю историю. Потому что сейчас как раз такое время, когда рынок освобождается, надо его как-то занимать. Мне кажется, это вот как раз возможность, чтобы вот что-то такое начать делать. Потому что потребность есть в телефонах, в том числе в айфонах. Так. Вот. И, ну, тема беспроигрышная, как я считаю, надо только денег вложить. Как вообще? А ко мне какой вопрос? Вы мне предлагаете поучаствовать? Ну тогда. Я что-то нить упустил. Миллион стоит. Так. У меня где-то половина есть. Ну, плюс-минус там 500. Ага. Нужно еще 500. Как? Вы говорите, с таможней есть там, да, какие-то моменты? Потому что сейчас же знаете, да, как, да, там с этих самых, с недружественных, скажем так, стран. Да, это все нормально. Нет, с таможней там проблемы и так, в общем-то, решаются. Абдулла, таможня дает добро. Довольно-таки просто. А тут там есть знакомые. Просто друзья в логистике работали, да, там есть у них подвязки. Вообще в целом, это, конечно, очень нестандартная ситуация.
этом плане мне пассажиры редко предлагают поучаствовать в бизнесе. Ну, раз ты говоришь, что как бы денег приносят, я считаю, что... Деньги должны работать? Ну, да. Ну, я считаю точно так же, просто, ну, необычно то, что мне там... Ну, короче, ладно, возможно, это как раз то, что нужно, как говорится, то, что мне вселенная посылает. Потому что, да, я говорю, сейчас рынок освобождается. В трех крупных и популярных торговых центрах Москвы посетителей встречают пустые прилавки. Знаменитые бренды закрыли свои магазины. Сейчас их витрины выглядят примерно как-то так. Все очень непонятно. И пока все очень непонятно, магазины закрываются, техника дорожает. Да. Сейчас вот так как раз эта история началась, надо в нее вписаться, я считаю. Так, техника Apple. Техника. Ну, айфоны там, ну, я понял, да. Не последние, конечно, я думаю, 12-е. Так, ладно, давайте сделаем каким образом. Вы сейчас запишите мой телефон. Так. Прозвон мне сделайте, мы с вами созвонимся вечером. Вот, и там договоримся, может быть, на неделе там встретиться. Так давай завтра вообще встретимся, там, не знаю, сходим кофе попьем, все обсудим, если что-то надо будет, там, не знаю, подписать, обсудить, обговорить, цифры накидать, кто сколько. Можно и завтра. 8-911, Евгений меня зовут. Женя, очень приятно, Леша. Типа, делайте прозвон мне, что-то. Да-да-да, я... Что-то отразилось. Идет? Да, все пошло. Отлично. Ну давай это наберу сегодня или завтра, может быть. Ну лучше, если мы завтра хотим встретиться, то лучше сегодня вечером, чтобы планы построить. Ну да, да. Я говорю, а наберу. Ну, так. И там все это. Потому что я говорю, сейчас вот это надо делать. Я вот поверну там, да, и остановлюсь тогда. Да, где-нибудь тут, на углу. Я могу и на углу, в принципе, если что, остановиться. Вот здесь. Сейчас, как там тачка какая-то. Вот здесь могу остановиться. Ага. Нормально будет перед тачкой? Да. Просто нормально. Там стоять нельзя. Как здесь. Раз перед переходом. Да, а здесь можно. Сейчас, секунду, я только встану нормально. Окей. Все, отлично. Да? Не зря я к тебе подсел. Да. Ладно, давай, удачи тогда на дорогах. Счастливо. А, нет, стоп. Что? У вас за наличные 248 рублей у вас. В смысле? Поездка. А. Ну, поездка за наличные. Ага. Так давай это, я что, завтра мы же встретимся все равно, там, ну, все суммы обговорим, что по этим мелочам сейчас говорить. Да не, давайте мы все-таки будем как-то отдельно, бизнес отдельно, а поездки в такси отдельно. Вы мне сейчас заплатите, а сколько надо будет потом внести в мою долю, я, соответственно, внесу столько, сколько нужно. И ничего страшного, я там... Лучше все-таки, сами знаете, бизнес, он любит точность. Поэтому вы мне сейчас 248 рублей дадите, а завтра мы с вами уже порешаем, что к чему. Ну, ладно. Сейчас. Сколько там? 200? Это не вопрос доверия, недоверия. Это вопрос отдельных, так скажем, элементов существования. 248 рублей с вас. 48. Ну, конечно, так начинать бизнес не очень приятно. Ничего страшного, мне кажется, что это нормально. Ладно, на. 2 рубля нужно? Да, ставь уж, чё уж. Ну ладно, завтра это все равно наберу. Да, хорошо, договорились. Ага, да. Удачи. Аккуратно. Счастливо. Удачи. Счастливо. Да. Блять! Мамкин бизнесмен, ёпта! Блять! Миллионы, триллиарды, миллиарды, блядь. Давай 250 рублей, там, чё, как завтра, блядь, порешаем, там, блядь, чё, будет нормально всё. Женька, блядь, не проведёшь, нахуй. Женёк всех бизнесменов знает в городе. Всех, блядь. Таксистов, бизнесменов. Ведь мы все бизнесмены. А что? Да? Ты, блядь, уж жук, блядь, вот... Коварный. Я чувствую, приволоку я ему, да, 0,5 рублей.
вон, начинаем бизнес, и потом я ищу его. Хотя я, конечно, может быть, опять начинаю загоняться. А напишите, что со стороны, как это кажется, блядь. Мутный, не мутный. Ноженька, блядь, не проведешь. Женек, блядь, алчный, сука, денег люблю. Денег не люблю, поэтому хочу заработать все деньги в мире. А вы пишите, пишите. 2 рубля чаевых. Работаем! Москва, Люблино, работаем! Питер загородный, работаем! Пишите.